В Башкортостане инновационные проекты будут проходить обязательную научную экспертизу. Соответствующий законопроект в первом чтении в конце октября рассмотрят депутаты Курултая. Если авторы инновационной разработки претендуют на господдержку, проект должны будут проверить 3 эксперта Академии наук Республики. Они будут оценивать качество, научный и производственный потенциал, возможность реализации стартапа и доходность. Экспертиза одного проекта составит 45 дней. Такой порядок должен оптимизировать бюджетную поддержку наукоемких разработок в регионе, считают авторы инициативы. Мы на самом деле создаем, наверное, очень важную основу для того, чтобы все бюджетные средства республики, которые сейчас расходуются на данное направление, расходовались максимально эффективно, но в свою очередь те инновационные продукты, которые представляются на экспертизу, у них сокращается вот это плечо от момента научного исследования до момента уже реализации в производственной сфере. Кроме того, на базе Академии наук Башкортостана планируют создать региональный центр трансфера технологий, что будет способствовать развитию рынка инновационной продукции. Законопроект получил положительное заключение главы и правительства Башкортостана.